Ivi Odin. Oh. Huh? Morias paraske vasma da dudanestin. Ха, больше нет. Египтяне почти не приходят в храм. Где же мои братья и сестры? О, Серапис, так ли ты добр, как Омон? Приветствую, брат. Спасибо, жрец. Я рад, что египтяне возвращаются. Мой барабанщик в тюрьме, и тут стало тихо. Тишина оглушает. Это вина кожевника. Он обвинил барабанщика в краже драгоценной шкуры нубийского льва из красильни. А бедолага на него работал. Так жаль, он честный человек. Предоставь это мне, жрец. Меджай, беднягу держат в арсенале Кебата, что у библиотеки. И да поможет тебе Серапис. И тебе, жрец. Иди, Один. Оран булими дими ханестени. Иди, Один. Элавни нуги гностис. Απα, παιδιά! Τι ουν γέγονε! Παρασκευάσμα τα τούτα νεστίν. Сюда меня не пустят. Mm-hmm.
Эй, ты, да, да. Ты крепкий с виду, а мне помощь нужна. Подними меня. Мне кажется, или ты слишком весел для того, кто не может ходить? Ты верно шутишь. Сегодня мне так повезло. Пусть кожевник платит. Здоровье дороже любых богатств. Я сумею доказать, что не виноват. И в этом мне поможешь ты, друг. О, лакех мено. Луне сходи. Чем я могу тебе помочь? Найти воров, конечно же. Вернуть шкуру, и я снова чист. Знаешь, кто ее украл? Стоило мне только отвернуться, как какой-то ловкач схватил ее и убежал. Растворился в толпе. Это было в египетском квартале. Обвинили, конечно же, меня. Египтянам в Александрии живется не сладко. Я помогу тебе. Давай. Верни шкуру. Я в порядке. Мне просто нужен покой. Потом я сразу к жрецу. Очисть мое имя. Мориас параске вазма да туданестин. Иди один. Огалос, эвге. Αμάξα ελάβνης γαρκαγίστεος, αμέλισον. Βακέχμενο. Ιδιώτην, όραν που λίμητη μηχανέστερη να εξελεθείς. Ού πεις εσύ, αγκαγή. Έφρικέ με. Это шкура дерьмо. Кожевник солгал. Греки, что с них взять? Зато красть у него легко. Товаров уйма. Все лучше, чем рыбу ловить. Запах крокодила до сих пор меня преследует. Он может... нашего неба! Гляди, он носит знак Меджая. Не всех еще перебили. Что, сильный? Ошибаешься. Какой хороший меч! Пожалуй, заберу его у тебя. Мы же не хотим, чтобы ты случайно поранился. Убить его! Мы не делаем ничего плохого! Клянусь самим Сераписом! Зачем ты так? Мы ничего не сделали. Почти ничего. Я быстрее! А вот и... Что? Я вас прикрою, Неп! Тебе здесь не рады! Прочь, вижу! Я тебе отомщу!
Эй, что? Узнал? Там кто-то едет. Уже близко. Вера, вы innocent! Вот это шкура? О, бедный лев. Этот цвет не для него. Этот человек вор! Тихо, Тион. Он говорит, что ничего не крал. Неужели ты хочешь разгневать Сераписа? Нет! Смотри у меня! Я с тебя взыщу за сломанную ногу, мерзавец! Так только хуже. Все египтяне одинаковы. Берешь вас в работники, а вы воры! Этим занялся самый достойный. Мы все исправим. Пострадавший здесь я. Меня обокрали. Хочешь забрать шкуру? Тогда лучше заплати ему. И не забудь отблагодарить Сераписа. Это твой ответ, жрец. Поборы! Ладно. Боюсь, у нас с Сераписом впереди еще немало трудностей. Да будет долгим твой путь, брат. Я готов служить Серапису. Нужна помощь? Да, пожалуй. Стража отбирает у людей еду, прикрываясь именем Сераписа. Берут десятину, а затем вдвое больше для себя. Они несут все в арсенал, где делятся со своим филакитом. Люди голодают. И я боюсь, станет хуже. Не беспокойся, жрец. О людях я позабочусь. Я буду ждать. Найдешь меня на пристани? О! Ой! Ты змейзонус Тухя нет! Сиджет. Разойдись. Наготове. О, вахехт мено. Ну не сходи. Керавнеон вия. Идиотин. Оран вулими ти миханастеи. Ой. Ти змиш. Дорогу. Ти симбанести. Эдес лексу. Ба. Идиотин. Элавни нуги гностис. Мы сильнее. Кого-то потеряли? Крадут у Сераписа. Стражники должны соблюдать закон. Как низко. Другим эта еда явно нужнее. Я смогу накормить голодных. Так, не теряем бдительность.
Плечом к плечу. Что ты? С дороги. Осмотрим тут все. Повнимательнее. Эй! Ты кто? Эй! Что за игры? Беги! Ой! Змей зонус автосинис! Уйди! Что? Эй. Защищайте Кирия! Повозка с едой, жрец, как просил. Люди фараона с радостью отдали ее. Это, брат, больше, чем я ожидал. Сегодня людей накормит Серапис. Да озарит его воля твой путь, жрец. И твой, Меджай. Αμάξα ελάβνης γαγκίστεος! Αμέλισο! Μόριας παρασκευάσματα! Τι συμβάντες! Λέξον! Λέξον! Τι πλέον μέλους είναι!
Керавнеон вия! Ты он тут урести! Ой! Этот царь! Этот проклятый город! И еще Евдор! Труд Аристона неплох! Философ-перипатетик! Жаль, что с ним такое случилось. Плагиат очень Идиотин! Элавни нуги гностис! Неджай! Попался! Уиме симфорами! Удинате, удинати симпеннинтуто! Адинатон, адинатон эсти! Зараза! Ты отступишь, и я столкну тебя вниз! Аристо зэби поворун! Усэнду игу сухирон! Нунес хеде. О галос, Евге. Ой, ты симванес. Труд Аристона неплох. Философ перипатетик. Жаль, что с ним такое случилось. Этот царь. С дороги! Этот проклятый. Макса Элавнис Гагистеос! Амелисо! Морьос Параскевас, Моран Вулимити, Михаил! Керавнеон Вия! Ты он тут уэсти! Идиотин! Влад! Ай! Эджай! Тебе конец! Yeah!
Терпение! Я не спешу! Иди сюда! Ну же! Нису. Пане Тем. Хохертьян? Повсюду стражники. О, Серапис. Хай пессешен гере. Где же Меджай? Он сможет мне помочь. Жрец? Но почему ты на улице? Стражники узнали о том, что я возвращаю еду людям. Они ищут меня. Даже объявили награду. Быть жрецом света в этом грязном городе – тяжкий труд. Я помогу тебе выбраться из города, если хочешь. Но дальше придется самому. Я и так прошу многого, Меджай. К северу отсюда есть храм, там меня примут. Филакиты будут следить за дорогами, Меджай. Нужно идти к каналу. Там могут быть лодки. Я всажу стрелу в любого, кто помешает. Будь как Амон, жрец. Может, нам удастся выбраться незаметно. Хабели? Что ты делаешь? Ты не Берегись, пройдешь, Меджай. Крыса! Осторожно, Меджай. Спрячься, жрец. Стражи оставь мне. Ха! Это что, замах? Иди сюда! Теперь можешь выйти, жрец. Я никогда в своей жизни не видел столько крови.
Пожиратель и Апоп, должно быть, улыбаются. Хвала Серапису. Так, что дальше? Возьмем одну из этих лодок. Это подойдет. Вроде бы прочная. Я иду в храм подле Фароса. Там меня примут. Надеюсь. Быть может, люди говорят правду? Александрия — город, населенный лжецами. Встречал я и в Александрии добрых людей, жрец. Иногда достаточно знать, что не все готовы убивать братьев за драхму. Мы рядом с арсеналом, с которого и начались все мои несчастья. Они будут начеку. Тогда готовься, жрец. Они отправили за нами Филуки? Хотят, чтобы другие жрецы не следовали твоему примеру. Но это лишь еда. Люди голодали. Ты можешь выйти, жрец. Все тихо. Я в вечном долгу перед тобой, Виджай. Мы еще не на острове. Будешь благодарить меня потом. Хвала Серапису. Так о чем же я? Хвала Серапису. Так, что дальше? Ты останешься тут? Это тот остров? Да. До храма мне идти совсем недалеко. Дальше я сам, Виджай. В этом храме я начну новую жизнь. Прошу, возьми. Это скромный знак моей благодарности. Да приумножится твое счастье. Измена будет стоить тебе жизни. Что ты... Тупица! Ты что делаешь? Здесь наши пути расходятся, Миджай. Я больше не жрец. Меня звали Лиссандр. И мне будет приятно вновь стать Лиссандром, надеюсь. Что ж, мир тебе, Лиссандр. И тебе, Миджай. Байк. Спасибо.
Диодин. Оран булими дими ханестени на экселетис. Джай, попался! Мой трофей! Уши, мой трофей! Байка Сивы одевается как Меджай, опасен. Разыскивается за преступление против нашего славного фараона. Меня приказано убить. Я должен добраться до тех, кто отдал этот приказ.
Мейзонос Афросинис. Этот царь, этот проклятый город, и еще Евдор. Чума на вас всех! Где эта бутылка вина? Никто не вернет его мне. Он сгниет в тюрьме из-за этой гадюки Евдора! А ты кто? Один из филаков Евдора? Поверь, Евдор мне не друг. Этот мерзавец погубил моего мужа Аристона. Великий поэт и философ в тюрьме. Его бросили туда за красивые стихи. Слова – опасное оружие. Мой муж посвятил работе годы жизни. Годы! А Евдор – плагиатор. Он украл шедевр Аристона и выдал за свой. Твой муж обращался в суд? Месяцы тяжб. Но в итоге мой муж проиграл, его избили и бросили за решетку. Значит, таково правосудие в Александрии? О, милый друг, если ты поможешь, мы с мужем убежим из города, и тогда беды оставят нас. Как только сбежит, пусть на лодке доберется до Южной пристани. Я буду ждать вас. Прошу, верни мне моего Аристона. Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εστίν. Σταρόγε! 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 Ο μίζωνος αφροσύνης. Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εσύ. Πάση διγάρκη. Τι πλέον μέλους η ουράνια. Άνθρωποι νουν να πολέσουν. Μάλαχε. Βαχέχμενο. Τι συμβάν, παιδες! Λέξον, λέξον! Кто это? Еще один подхалим Евдора тут как тут? Оставь меня с моей бедой. Я друг поэта Фана, защитник.
Не жалей его, он заслужил. Вот так, задай ему. Осторожней, вот так. А этот вшивый, у него вши, вши. Ты отважней самого Ахиллеса. Ты спас меня от этих нелюдей. Пошли, живей. Мне сломали бедро. Прошу, осторожней. Твоя жена просила помочь тебе бежать. Ты что, надо выбираться отсюда? Надо бежать, иначе стражи меня найдут. Философу в Египте не место. Угалос, Эвге! Идиоти! Ой, из мейзонос афросинис. Влакс, си е лавни хрио гимнесте. Морias paraskevas. Hoste si vimi. Te fiep. Ti sim van, Pede. Idioti. Ora bulimi ti mi hames. Evde menoi. Аристон, сюда. Лодка ждет. Поднимешься на борт и отплываем. Это ты? Слава милостивым богам. Я спасен! Любимый, наконец-то ты свободен. Уезжай. Филокиты наверняка будут вас искать. Мы сбежим. Вместе с женой поплывем на Крит. Всегда хотели туда перебраться. Возможно, там жизнь будет лучше. Да благословят боги ваш путь, Аристон. О долге и чести сложно судить однозначно. Но, видимо, не в твоем случае. Если все в Египте будут такими, как ты, жизнь станет другой. Разойдись! Держи оружие наготове. Ты что тут делаешь? Ιδιώτην! Ελάβνην ούκη γνωστής! Κουράστην! Ενταράχτην! Κατάσκοπος είμαι!
Дождь, мне к добру это. Даже не знаю, что хуже. Вид или запах. Что ты? Зараза! Я целюсь! Ты не убежишь. Idiotin! Elavni nugi gnosti! Morias paraske vazma da dudanese! Вот ты где! Сейчас подстрелю! Остеи! Купиасихис из диафоногатедос! Сбежать хочешь? Точнее! Проклятие! Быстрее! Idiotin! Спигете обороти, Михалестины запасы! Спигете! Как жаль, что разбойники убили беднягу Ариконоса. Ну, хотя бы шакалы довольны. Эй, этот знак! Ты человек чести? Таких мало осталось. Я Миджай. Помогаю людям. О, помоги мне! Есть кое-что ценное. Нужно доставить сегодня. Я готов щедро заплатить за работу. Вот, возьми для начала. Жизнь в этом городе куда дороже, чем я привык. Да, ну что ж, идем. Учти, что это дело чрезвычайной важности. Не сомневаюсь. Нынче быть торговцем весьма непросто. Приходится самому таскать шкуры тигров или даже статуи. Ты симванести! Педес лексон ми! Ай, ну вот опять, вечно прохлаждаются. В общем, так, действуй быстро. О, да и лучше не отвлекайся. Смотри, я все равно узнаю. Это все, что у меня осталось. Тебе очень дорог этот товар. Клянусь могилой матери жены, ее послали в Александрию сами боги. Ее? Я привел стража Кара. Постарайся, чтобы все прошло не как в прошлый раз. Постой, это не то, о чем мы с тобой... Миджай, позаботься о ней, и я не поскуплюсь на награду. И Кара, не забудь, что прием сегодня. Подготовься к нему. Конечно, отец, я буду там. Я так рада, что ты согласился мне помочь. Скоро ты будешь дома, не волнуйся. О, конечно, спасибо, силач. Ты так похож на Геракла. Можно... Отлично! Новый план, Геракл! Кто? А, я понял. Ладно, скоро ты будешь дома. Ни за что! Ты видел этих жрецов? Скука! Нет, я должна попасть на рынок. Хочу купить персидской ткани, а ты идешь со мной. Или что? Я закричу! Придут стражи и, ну, если вдруг ты выживешь, испытаешь гнев моего отца. Анубис, за что мне это? А ты, должно быть, Сехмет, проверяешь меня? Что, прости? Ничего. Что ж, сперва заберем коня. В мое отсутствие за ним отвратительно ухаживали. Какая же здесь все-таки грязная вода. Фу. А ты хорошо справляешься. Гораздо лучше, чем твои предшественники. Как же я обожаю эту часть города, как в деревне. Даже воздух другой.
И жизнь здесь другая, простая. Пегас, должно быть, ждет, не дождется нашей встречи. Конечно, ты назвала коня Пегасом. Веселей, мой страж! Госпожа, я так рад снова видеть тебя. Мы сделали для твоего коня новые подковы. Ну вот, так бы сразу. А как насчет платы? Я должен отвезти тебя домой, а не платить за коня. Думаю, отцу бы не понравилось, что мы говорим о деньгах перед посторонними, конюх. Конечно. Я поговорю с твоим отцом. О, мой Пегас, ты ведь скучал по мне. Конечно, скучал, мой красавец. Были бы у тебя крылья. Нам пора идти, страж. Ну все, хватит. Теперь едем домой, госпожа Кара. Ох, все вы стражи одинаковы. Не даете развлекаться? Бросить бы тебя здесь. Ты ведь связан клятвой, не так ли? Никто не узнает. Никто, но тебя съест совесть. Смотри, страж. Здесь у меня состоялся разговор с одним солдатом. Не сомневаюсь, он был счастлив. Нам нужно заехать на рынок тканей. Я веду тебя домой, как и обещал. И никуда больше. Вперед! Знаешь, ты ведь лишаешь меня возможности найти себе идеальный наряд. Они чем-то отличаются? Знаешь, ты куда серьезнее, чем все, кто охранял меня раньше. Можешь идти быстрее, страж. У меня есть имя. Баек. О, ты запомнила имя? Я помню имена всех, знаешь ли. Кого всех? Стражей. И даже иногда отправляю подарки их семьям. Кара. Кара. Что? Если мы сходим за нарядом, ты успокоишься? Правда? О, да! Спасибо, Байк! У тебя такой интересный взгляд. Спасибо. Прочь! Прочь! Не оставляй меня! Наконец! Отведи меня домой, как вы договорились с отцом. О, педес! Тио Егоне! Μόριας παρασκευάζει μηχανές τελειρά εξελεύθεις. Σι ελάβνη χρύο γυμνέστε. Ουγγί, ας το πω. Ιδιόντιν, ελάβνη νούγι γνωστής. Σεβελίς. Ω, φίλε, εισμένει. Πεγάς, куда ты ускакал? Вернись ко мне немедленно. С дороги! Амакса и лавни шага, кистеус, амелису. А папе Риан, бахехмено. Нуга. Идем, мне нельзя опоздать. Идиоди. Не отставай. Вот ты где, Пегас. Больше никогда не убегай. Дорогу! Эй! Ой! Амакса и лавнизга, кагистеус! Амелисом! Идиоди! И лавни нуги гностис! Идиоди! Оран! Живее!
Ван Педес! Лексон! Лексон! Уйди! Ну! Макс! Морьяс параске вазма да ту курастин. Эдарахтин. Кадаско посими. Апа, певиан! Ти ун егоне! С дороги! Ой, амаса лаптис гаги агистео! Но! Идиотин! Идиотин! Элавни нуги, гностис! Идиотин! Оран булими ди механесте! Флакс! Си элавни хрио гигнесте! Ой! Дорогу! Эй, ты! Стой! Ogalos, Evge! Bakech meno! Hey! Amaxa elavnis ga kakisteos! Amelison! Idioti! Τι συμβανέστη! Παιδε! Λαξ! Ωι! Τις μέιζον! Ου! Μα! Μα! Μόριας παρασκευάσμα τα του γανέστη! Απα, παιδιάν! Μα! Ιδιώτην! Ωραν βουλίμι τη μηχά! Εσύρθιμος με καταφύγιό μου για να εύρω ηρεμίαν ψυχής. Μωρίας παρασκευά. Σταρόγε. Μωρίας παρασκευάσματα του δαμεστή. Τι συμβάνεστη. Πέδες, λέξω μου. Φλάξ. Si el lado frío vilmeste. Pedes, tiene gole. Vivió. Oran pulimi. Uyi, no. El lado ni nugi gnostis. Va que meno. Nunes. Идем, мне нельзя опоздать. Эй, страж, нельзя оставлять Пегаса. Я за него опасаюсь. Нам нужно найти Пегаса. Быстро! Ясно. Пойдем! Ой, ты смеешься с афросинис. Нельзя ли быстрее? Ой, и вистис, и марменис. О, так эх, мено. Ну, не схеды. Μόρια, παρασκευάσματα του δανειστού. Χέρον ειδόν σε. Ωι, τις μέιζον ως αφροσύνης. Έδες, λέξον μου. Пойдем! О,
Бахехмено. Ну не сходи. Ти плеон мелуши брав. Анфропи ну. Нельзя ли быстрее? Мурías парасκευάσματα тута эсти. О, Педес! Тио Гего! Мурías парасκευάσματα тута эсти. Ωραν βούλιμι τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Ρουί! Λέξον, Λέξον!